И сегодня же начала работать первая разведочная скважина в блоке Сатпаев в Атырауской области. Напомню, пакет документов об участии индийской стороны в проекте проведения разведки и добычи углеводородного сырья на участке Сатпаев, расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря, подписан в 2011-м. Эксперты называют и конкретную цифру, которую индийские нефтяники намерены вложить в разведочную деятельность на блоке Сатпаев до 400 миллионов долларов. При этом уже инвестировано 150 миллионов.